Было бы смешно, если бы не было бы так грустно. Потому что Армения, с одной стороны, как бы должна понять, нужно ей ОДКБ или нет. Я не удивился, когда несколько членов ОДКБ... Александр, нужно, не нужно, мы находимся в ОДКБ. Так, может быть, надо подумать о выходе оттуда, если оно ничего не дает. Представитель Казахстана в ОДКБ сказал, Казахстан никогда не пошлет войска на границу Армения-Азербайджан, потому что у нас с Азербайджаном дружеские отношения больше, чем с Арменией. Не кажется ли это немножечко нелогично? И, например, члены ОДКБ имеют договора о военной взаимопомощи с той же Турцией и с Азербайджаном. Так если, не дай бог, происходит какое-то военное столкновение, на какой стороне будут эти страны? Я, честно говоря, не понимаю.